Они ворвались и сразу туда схватили то все и туда это в подсобку, да, в подсобку. Я просто за ними куда? И они вам что? Они показывайте, иначе тут будем все сейчас. Я, ну вот, что тут, все на виду, что там? Больше ж ничего там. Ну, это же взяли, вынесли. Да. А что они вынесли? Ну, это же мешок рассыпали. То, что лежит на улице, да? Да, ну а то. Я понял, больше ничего не трогали, ничего не выносили. Да. Ну а то, что осталось на субботу, воскресенье. Суббота же воскресенье, кругом все выходные. Я понял. Скажите, а вы зерновой мак продавали или он у вас просто здесь хранился? По полкилограмма. Он был фасован по полкилограмма, да? И нет, это фасовывается по полкилограмма. Я понял. Просто приходят, покупают мак, обычные люди или какие-то конкретные? И пожилые, и бабушки. Нам поступила оперативная информация по поводу торговли семечкой масляничного мака в магазине бытовой химии. Придя сюда, мы действительно установили в подсобке мешок мака, который вы уже наблюдаете, и большое количество растворителя 646. Ну, растворитель, я так понимаю, что не вызывает никаких сомнений, потому что магазин бытовой химии, зачем тут находится семечка мака, я не могу понять. Правый сектор забежал в подсобку, это опять-таки со слов девочек. Забежали в подсобку, вот, что-то тут повыносили на улицу, вот, сказали, давайте показывайте, потому что будет разгром, если вы сами не отдадите. Вот, дали им мешок, бутылки, и они все это высыпали у меня на пороге. А в мешке был мак, семечка мака, а в бутылках растворитель для лакокрасочной продукции, которая предназначена. Нет, ничего не трогали, не били, потому что сразу была вызвана охрана, милиция. Давай, давай. Вот рассказать о юном даровании, которое является, то есть является сыном хозяйки. Посмотрите, внешность там, ну, достаточно спортивная. Я у него задал вопрос, как он относится вообще к тому, что его мама торгует прекурсорами для изготовления наркотиков. Он пока молчит. Но дело в том, что я интерес у меня вызвал другой вопрос, что юное дарование является студентом юракадемии прокурорского факультета еще. Дело в том, что вы понимаете, то есть, как бы, ну, очень хочется, чтобы руководство юракадемии обратило внимание, каких этих, как оно воспитывает. Поселке Солоницы. Сколько людей погибает, сколько бывает передозов. Но это уже никакие рамки не входят, что в поселке Солоницынки торговать маком. Не надо истреблять таких всех. Вот этого. Еще там вот в магазине есть. В аптеке там есть тоже. Никто ничего не делает. Без власти, без закона. А людей гробят и убивают этой этими растворителями. Ребята, прекратите, пожалуйста, распивать спиртные напитки. Мы не распиваем спиртные напитки, мы моем стаканы. Я говорю, прекратите, пожалуйста, свои действия. Мужчины, все успокаиваются. Ложите, пожалуйста, в кулечек. Слышь, как ты тут слышишь? Ну, дойти-то можно. Дома. Вот, два понятых брата. Честный моральный урод, да, пожалуйста. Нет, ну да, подожди, два понятых, мы сейчас останавливаем, когда тоже было. Полить его надо, он на экспертов ехал. Подожди. Вот ты нарушаешь. Подожди, мы устанавливаем сейчас количество мака. А потом дело в том, что... Забирать, а потом дело в том, что нахуй спать. 25 килограмм, чтобы они видели, что тут 25 килограмм.
Кидай, чем это сыр? Чтоб назад не торговали. Кидай спичку. Чтоб назад не торговали. Да он не будет гонить. Слышишь, Серега? Это не первая точка, это не первая точка, там еще одна есть. И вот люди даже, вот некоторые здесь присутствующих, сами занимаются этим и сами хотят, чтобы этого не было, чтобы у них больше не было возможности этим заниматься. Они сами не хотят это делать. Но из-за таких людей, которые это делают доступным, это все и происходит. Если не будет доступности, тогда уже проблема будет намного меньше. Но люди делают хотя бы то, что они могут сделать. Потому что любую проблему надо начинать с чего-то решать. Вот я вижу, что это начало. Начало какого-то решения непосредственного. Снимай! 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 Что? На колы! Вот, смотрите, скрывай следы преступления. Главное, карман поможет. Не сделать. А он не горит. Этот не будет. Скажу так, что они правы, они молодцы. Кидайся сам. Так, мы видим здесь мак, даже фасованный, с ценой. Мак вес 1 килограмм 130 гривен. С учетом того, сколько здесь мака приходится, тут еще в коробках, вот еще в мешках, ну, столько жрать не пережрать всей солоницевки, наверное, лет за 5. Тем более, что пирожков с маком никто в окрестных областях не замечал в принципе. Поэтому явно этот мак продается с целью наркотической переработки, и этим травятся наши дети. Я лично не хочу, чтобы наши дети травились, поэтому я лично очень благодарен правому сектору за то, что он делает такую нужную работу и находит все такие точки и уничтожает. Его продают как хлеб, вы что, обдолбели вообще? А почему не покупаете? Вы не покупаете. Да руки вам оборвать. Посмотрите в глаза материал наркомана. Вы продаете смерть. Вы ганьба. 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 Единого разу я не видела у вас... Мак у вас единственное продается, может быть, пакетированный уже откуда-то с базы. Но развесного мака для булочек у вас никогда не было. Никогда. Никогда не было у вас развесного мака для булочек. И у вас ни на одной витрине нету, ни килограмма даже в пульке. У вас сразу с ацетоном вдобавок, все. Да, так есть. И как сказала, так сказала ее дочь. Я торговала, торгую и буду торговать. Внимание, дайте я поговорю. Я лично. Подождите минуту, помолчите, дайте я поговорю с Екатериной Федоровной. Екатерина Федоровна. Видите, к чему привело? К чему? Что делаем? А что мы делаем? Ну что делаем? А что маг? Смотрите, есть два... Я ж не готов, ты ширка, я ничего не заталю. Мы прям старом для булочек маг поставлю. Екатерина Федоровна, Екатерина Федоровна, вы сейчас можете брать маг и ехать сейчас... прямо туда, где вы печете булочки, правильно? Да. То есть и едем прямо, смотрим ЦТЦ. Где вы печете, где этот ЦТЦ? Вот нет, там магазине нету цеха попить. Там булочки не пекут, там нету пекарни. По заказу печем. По заказу где? В микроволновке? Я так понимаю. Все. Позор! Позор! Из-за тебя дети гибнут, гадости, негодяи! Из-за тебя я сука мужа вытягивала с гроба, блядь! Из-за тебя, тварь, ты кусок! Я сейчас совсем!
Ну, помогите, пидораска, оттяни. Кому помочь? Откройте, Слава. Идемте в магазин. Идемте в магазин, бросьте плат. Екатерина Федоровна, пойдем. Пойдемте. Рубль, давай. Давайте, сейчас. Давай.